В воскресенье в Самарской области облачно, пройдет дождь. Температура воздуха днем 8-10 градусов с плюсом, ночью 4-6 выше 0. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В Сызрани облака и дождь, днем плюс 10, ночью 6 выше 0, северо-восточный 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 9, ночью плюс 5, северо-восточный 4 метра в секунду. В Самаре облачно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 9, ночью 5 с плюсом, северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.